Необычное явление зафиксировано в Мурманске. В небе над городом вспыхнул так называемый болид или яркий метеор. Информацию федеральных СМИ о том, что в Мурманске на выходных упал метеорит, наш астроном Виктор Трошенков опроверг. Космический объект, сгорая в атмосфере, на долю секунды осветил все небо над Мурманском. Очевидцам удалось запечатлеть происшествие на видеорегистратор. Стоит сразу сказать, что ничего общего с челябинским метеоритом этот случай практически не имеет. Внезапно яркая, постепенно усиливающаяся и в доли секунды сошедшая на нет вспышка никакой опасности для людей не представляла. Космический объект сгорел еще в атмосфере, напугав случайных очевидцев своей неожиданностью. Смотри, смотри! Это метеорит. Это метеорит был. Полет метеора над Мурманском произошел в ночь с 18 на 19 апреля. Как говорят специалисты, это часть метеорного потока Лириды, пик которого пришелся на 21 апреля. Кстати, такое происшествие астрономы считают исключительной редкостью, которое можно наблюдать раз в 30 лет. Уникальное явление, потому что в апреле уже светлые ночи, и слабые метеоры в это время у нас не видны. Вот. Потому что вспышка метеора длится тысячные доли секунды, сотые, десятые доли секунды. Вот. Ну, бывает, что некоторые метеоры просто ползут по небу. Вот. Есть и такие. Мурманские исследователи небесных светил уже ищут очевидцев, способных рассказать о необычном явлении. Последний раз что-то подобное жители области могли наблюдать аж в 98 году. Тогда ученые насчитали на небе 42 метеора, по яркости сравнимые с полной луной.